Всем привет, друзья! Приветствую вас на своем канале «Просто и вкусно» с Еленой. Сегодня готовлю бутерброды с луком. Присоединяйтесь! 50 грамм сыра, у меня моцарелл, натираем на мелкую терку. Две луковицы нарезаю небольшим кубиком. Добавляю лук к сыру. Одно яйцо слегка взбиваю. Добавляю к луку с сыром. Перемешиваю. Добавляю 1 столовую ложку с горкой муки. Перемешиваю. Хлеб нарезаю на порционные кусочки шириной примерно 1 сантиметр. На хлебушек накладываю луковую начинку. На раскаленную сковороду с растительным маслом выкладываю бутерброды луком вниз, придерживаю лук лопаткой. Убавляю огонь до минимума. Накрываю крышкой и обжариваю 5 минут. Через 5 минут по желанию можно обжарить нижнюю сторону хлебушка. Переворачиваем, увеличиваем огонь до максимума и обжариваем буквально 1 минутку. Вот такая поджаристая сторона получается. Выкладываем на салфетки для того, чтобы стекло лишнее масло. Бутерброды с луком готовы. Они получаются мягкие внутри и хрустящие снаружи. Можно подать в качестве завтрака, либо перекуса. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего.